Давайте такую же бодрую каточку. Супер. Ох, минус я. Прям рядом кто-то был. Нашел. Да господи, сколько тут ботов-то? На улице, да, он был? Да. Ага, вижу, на улице, прямо на выходе, на шурме. Ты на третьем у меня. Я на первом. Ага. На М80. Где? На первом у меня. Я спрыгиваю с улицы, буду заходить с главного. Я в кухне. Угу. Почти красный. Это я. Ты по мне, наверное, пострелял. Я нет, на главном. Нет. Он я в комнате? Да, в комнате. Ты фонарик? Нет, он противник. А, так он в туалете? Убил. Дал еще грена в туалет. И оружие поднял. Я лечусь, сижу, да. Никнейм, помнишь, кто тебя убил? Что-то БД. HF? Нет, нет. Ну, у него твоя хакашка с фонариками. У тебя хака с фонариками? Нет, у меня МК. Понял. Но тут у него дичь. Который с улицы заходил, я убил. Вот он, значит, скорее всего. Проверяю его. Желтая повязка. ДД-киллер. Не? По-моему, нет. По-моему, захожу с улицы. Граната чья? Чужая. Железо у меня, у магазина железо. Лестница. Убегает. К холму уходит. Минус. Еще у меня есть у магазина. Минус. Вот этот по звуку. Да, М1 была. Он все еще лежал в кусту все это время. Я худею, рая, бля. Да. Дом сгорел, а ты живая. Ну он капец прям лежал в кусту. Тут хер что сделаешь. Да, самое интересное, вы по ним пробежали, получается. Да, да, да. Тут в туалете, который сидел, он даже не шел. Так, гляну настройку в оптику. Бегает кто-нибудь. О! По мне? Бил его. Сидел в кусту еще один. Блин. Блять! Еще есть.
Броники какие хорошие, бля. Ух! Хорошая. Сколько в итоге-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеро. Угу. Пойдет. XX, да? Да. Ну что, поехали. Здесь живой, по-моему, он. Убил. Убил. На лестницах, на ступеньках. Заменишь меня? Не. Там кто-то грену кинул. Моя. Килейся, если тебе надо. Да-да-да-да, надо. Пушки чем? Выдвигаю. Роль. Давай. Не подбираю. На третьем стоит у меня. Выход на крышу. И справа тоже, и слева, и справа. Граната. Неудобно их выкуривать. Они так и стоят. Тут было неудобно. Граната к нам упала. Тебе? Контроли, да? Один должен быть минус. Кились. На первый, что? На первый, да, там же в комнате. Сервак висит, зараза. Отвис. И светку в каску дали, блин. Вот. Фонарь чей? Не мой, не мой, не мой. Он с фонарем где-то здесь у нас на этаже. Он с третьего на второй спускается, кажется. Три пули в лицо, я минус. Блять. Отомстил. Валера. Гранаты есть? Угу. Идет, блядь! По-русски, хуй ты мамин, блядь, по-русски! Стоит у Меченки. Дробовик. Соль с крена закинул, погодник. Рон, не поджимай. Он в Меченке сидит. Бил? Дал хае, пушу. Нас калашников на улице. Не-не-не, я в пристрою. Жив? Я минус хае. Тут напрокидывает. Сет, смотри, ступеньки, лестницу. Сейчас подниматься их будут, вероятно. У меня после 114. Живой? Возможно, минус. Дышка чья? Не моя, дверь твоя. Моя. Я взорвал его здесь. Или ты убил его. У нас у магазина еще есть у шавухи на улице. Флешки кидают. Убил. Это твой сет, ты его прибрал.
конце коридора. Закрыл дверь. У нас еще дверь была. Патрон кидаю. Сейчас ходишь медленно. Да-да-да. Блять, гранату. С улицы кидают грены. Я бегаю. Я поднимусь на третий, в окно его пикну. Блин, напротив лестницы, на улице в кустах. Центральная лестница. Дробовик строим. А, кажется, я убил его. Контрольный. Да-да-да, убил его. Ему залетело в голову. Я выпрыгнул. Были типы. А, у меня опять один не пролутан. В смысле, бля? Передо мной! Сел? Смотрите, он неожиданно вышел. Он через калитку зашел, что ли? Да он тут заспаунился, скорее всего, на секретке. Этажом. Второй. Второй в пристрое. Одного убил. Поднимаюсь на третий. Третий вроде чисто. Возможно, второй пристрой еще есть. Поехали. Моя на третий. Я на втором в пристрое. Есть труп. Все, тут никого, тут все погибли, походу. Закрываю платник. Все. Стримлер. Вот она, не? Дал на второй грену. Так, ну. Сидит же! Убил. На первом сидел. Да? Ага. В туалетике. Пропустил меня. Может быть, на втором кто-то еще сидит. Аккуратно. Я библу чекнул, в библе нет. В лабе нет. Убил. Старая заправка. Стройки подошли. Боты там, да, у вас все это время? Ну, это да. Свита. Всем голову. Хорошо. Первый. Лестница один пасет. На первом. Так, вижу на втором. На втором противник, да. Работай. На втором двое. Один минус. Я отступаю, хилится. Давай. Один в пристрое. Вражеская. Нет, я на первом хилюсь. Хае. Также пристрою Алтын. Угу. Так, лутаю своего типа. Ох ты, ядрит тут челик бодрый прям. Тачки наш нету. Есть на улице? Нет. У меня, ближе к холму. Минус один. Хорошо. Даю грены под платник. Ну, он между палаткой и платником уже был. Спускаюсь.
Есть трупы у плотника. Здесь замес был. Да, есть, он уходит в сторону двухи. В кустах в сторону двухи. На гранате. Надамажил, не убил. Вот работает. Дальше, дальше он по кустам. В сторону двухи. На гранате вот. Убегает, убегает. Шифтует дальше от нас. Проверю, кто это такой. Ну, вроде не клановый. Да? Да. Нормально. Но его убил как раз этот чел, который сейчас от нас убегал. Слик, Алтын, ёшкин кот. Понятное дело, со всеми все равно не успеем. Голову в голову. Блин, вон они. Вернемся туда, что ли, чешо? Там сайгают, блядь. А, перед нами за мостом справа лег черик. Убил. Офигеть, он там запрятался, слышишь? За мостом справа. Он там залез на эту. На бетонную шнягу справа от моста. Снайпер тут. Снайпер болтовка. Я полностью забрал, я нашел. Вон внутри уже? Вот на лестнице. На лестнице нету его. Платника нет на лестнице. Дал хае. А я скачу. Я на лестнице. Это ты на лестнице? Да-да-да, я. Он в комнате с сейфом, возможно, был. Да, 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 он там был, в комнате с сейфом. Скорее всего, он минус. Я захожу на второй. Да, он минус. Я ему кинул хае, и он закрыл дверь себе. Бедный парень. МП7, АКСУ. Кстати, я ему со 100 метров в голову попал. Нет, он как раз... Нет, там, который первый снайпер-то лежал. Ну, 100 метров, точка 73. Мне как раз квест висит этот, надо со 100 метров убивать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.